В 2023 году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России, в их числе и Кемерово. Выступления будут приурочены памятным датам страны, а также юбилеям российских деятелей искусств, среди которых Сергей Рахманинов. В этом году великому композитору, дирижеру и пианисту исполнилось 150 лет со дня рождения. Программа обширна. Надеюсь, что она доставит истинное удовольствие, принесет наслаждение сотням и сотням тысяч любителей классической музыки, особенно русской музыки, потому что всегда во главе угла у нас исполнение сочинений Глинки, Чайковского, Римского, Корского, Мусоргского, не говоря уже о Рахманинове, Скрябине. Уделяем огромное внимание, и звучат едва ли не все сочинения этих авторов. Точная программа симфонического оркестра Мариинского театра держится в секрете, но какие бы произведения ни выбрал маэстро, эстетическое наслаждение гарантировано. Стоит отметить, что концерт доступен по пушкинской карте.